Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 619. Сколько стоит 2,5 килограмма орехов, если 1 четвертая килограмма орехов стоит 23 рубля? И за целое здесь принято не стоимость 2,5 килограмм орехов, а стоимость 1 килограмма орехов, так как видим, подсказка 1 четвертая килограмма, то есть 1 четвертая от 1 килограмма. Поэтому целое здесь это 1 килограмм. И стоимость 1 килограмма нам неизвестна. Ну, нам известна стоимость 1 четвертой килограмма, и это 23 рубля, а также нужно найти стоимость 2,5 килограмм орехов. Сначала найдем стоимость 1 килограмма орехов, то есть целое найдем по его части. Для этого нужно 23 значения дроби разделить на эту дробь. 23 умножаем на 4 первых, то есть на обратную дробь. 23 умножаем на 4. 4 на 3 – 12, 2 пишем 1 в уме, 4 на 2 – 8, 1 в уме. 92 рубля – это стоимость 1 килограмма. Вторым действием найдем стоимость 2,5 килограмма. Для этого нужно стоимость 1 килограмма умножить на 2,5. Давайте умножим столбиком. 5 умножить на 2, 10, 0 пишем 1 в уме, 5 на 9, 45, 1 в уме, 46, 2 на 2, 4, 2 на 9, 18 и складываем. 0, 6 и 4, 10, 0 пишем 1 в уме, 4 и 8, 12, 1 в уме, 13, 3 пишем 1 в уме, 1 на 1 в уме, 2. И один знак запятой нужно отделить, то есть получаем 230 рублей. Это стоимость 2,5 килограмм орехов. В ответ пишем только стоимость 2,5 килограмм, потому что вопрос был про стоимость 2,5 килограмм, а не про стоимость 1 килограмма орехов. То есть 230 рублей пишем в ответ. И выполнили задание 619. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.